бідні, бо дурні. Йдеться, бо і в цій приказці не так про кількість грошей, як про якість витрачання. Про якість витрачання грошей на дитяче харчування. Будемо говорити сьогодні у темі дня. Бо борщ без капусти, цибулі і м'яса, а замість заявлених бананів – шоколадний батончик. Чому? Чому меню одного із дитячих садочків так стурбувало батьків, що довелося звертатися до депутатів міської ради? Яка подальша доля цього звернення? Як поліпшити дитяче харчування? І, власне, хто тепер очолить міський департамент освіти? Ці та інші питання, сподіваємось, сьогодні підняти у темі дня, присвяченій харчуванню дітей у Запоріжжі. Ну, а починаємо це питання, власне, з історії саме цього питання. Увага! Спочатку був лист, точніше, офіційне звернення голови батьківського комітету одного із запорізьких дитячих садочків до депутатів міської ради з проханням переглянути меню у дитсадках. Далі, бо питання якості і забезпечення дитячого харчування, нинішній склад гуманітарної комісії міськради пильнує весь час. Маємо на підтвердження це відео перевірок 16-го року. Олена Галкіна на сесії 15 травня попросила надати детальну інформацію про ситуацію з харчуванням дітей. В результаті профільний департамент підготував відповідь на депутатське звернення, в якому говорилось, що проблем із забезпеченням харчування дошкільнят у Запоріжжі немає, так як необхідні поставки здійснюються своєчасно і в повному обсязі. Відповідь не влаштувала Володимира Буряка. Бачимо на сайті міськради, бо до нього надійшла і абсолютно протилежна інформація. Міський голова затребував від профільного заступника і директора департаменту освіти Юлії Погребняк перевірки всіх озвучених фактів і роз'яснення як проблем з харчуванням дітей, так і надання недостовірної інформації депутатам. А вже 22 травня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк звільнив Юлію Погребняк з займаної посади по переведенню. Саме такою є офіційна версія. За день до резонансного кадрового рішення, 21 травня, редакція «Теми дня» офіційним листом запросила міського голову або уповноважену їм відповідальну особу роз'яснити ситуацію глядачам і слухачам Суспільного. На сьогодні, як відповідь, не маємо жодного, хто був би компетентним чи уповноваженим від виконавчої влади говорити про це в ефірі. Але говорити будемо. Але говорити будемо. Сподіваємося залучити і вас до розмови, шановні глядачі і слухачі «Теми дня». І говорити будемо завдяки тому, що в нашій студії є люди, готові про це говорити і готові відповідати на наші питання. Спасибі вам. Принагідно вітаю в «Темі дня» Олена Галкіна і Геннадій Наумов, депутати Запорізької міської ради, члени гуманітарної комісії, люди, які протягом всієї каденції пильнують питання дитячого харчування. Повертаємося до сьогоднішнього. Були кадри 16-го року, говоримо, що ця тема виникає час від часу, вибухає якраз весна-літо. Ось весна-літо 2019-го. Давайте все-таки про цей випадок, може не конкретно про садочок, а може і конкретно про садочок. Пані Олена, до вас перше питання. Що з тим зверненням і що з перевіркою, яку запропонував зробити мер міста, голова міста? Прошу. Да, добрий день. Действительно, было обращение родителей, но ни одного детского сада, о том, что родители просят все-таки пересмотреть питание в дошкольных учреждениях города, расширить меню, потому как детки многое не едят из предложенных блюд. Вот. Ну и основная проблема была борщ без капусты, без лука и без мяса. Просто бульон, да, в котором картошка и свекла. Але называется борщем. Да. В меню это был борщ, да, действительно. И цена борщу. Да, и стоимость борща соответственно. Угу. Поэтому родители забили тревогу.
решили уточнить, почему же не поставляются все необходимые продукты. Овощи и фрукты поставляются в недостаточном количестве. Бананы, апельсины и так далее, то, что заявлено было на тендере, как необходимые продукты для поставки в детские сады, поставлялось не своевременно и не в том количестве, которое хотел бы детский сад, либо сами родители заказать. Угу. Вот, я провела несколько таких проверок, убедилась, что слова родителей, они правдивые, и подняла вопрос на сессии городского совета о том, чтобы департамент образования, который с января 2019 года говорил, что все по питанию у нас идет по плану, все хорошо, стабильно. А вот на сегодняшний день есть информация, да, о том, что все поставки вовремя с начала 2019 года в полном объеме всех необходимых продуктов. Тобто проблеми нема, на думку департаменту, хто звітував від департаменту. То есть проблема надумана. Хотя на сегодняшний день у меня есть фотофиксация блюд, которые в детском саду предоставляются детям. Они не совсем аппетитные, вот. И не содержат всех необходимых минеральных веществ, компонентов. Когда меню разрабатывается, учитываются все необходимые вещества, клетчатка, овощи, витамины. На сегодняшний день, к сожалению, наши дети не получали всех необходимых веществ. И что самое интересное, те продукты, которые не были поставлены, в принципе, они и не были заменены ни поставщиком, ни диетсестрой детского сада на какие-то другие равноценные продукти. І ми можемо говорити, що це не поодинокі випадки, які теж не можна ігнорувати, але що це, ну, так би мовити, тенденція. Йшлося бо про те, що були стрибки цін, але тут ви зазначили, що не було заміни адекватної, яка була б запропонована. Це вже підтверджені факти, так? Да, это подтверждённые факты. В одном из детских садов мне предоставили бумагу, которую поставщик продуктов питания, в данном случае овощей и фруктов, уведомил департамент образования, что в детские сады Вознесеновского района он не сможет поставлять капусту и лук практически месяц, без трех дней месяц. Есть эта бумага, она приложена, как и обращение родителей одного из детских садов, к моему обращению к городскому голове. После полученного ответа департаментом образования я написала свое обращение на имя городского головы, приложила все документы, подтверждающие противоположные факты, и попросила все-таки разобраться с вопросом детского питания в нашем городе, дабы мы каждый раз, каждый год не видели такой проблемы на сегодняшний день. И не вставала на те самые грабли. Да, все верно. Пане Геннадію, ви занурені в цю тему, навіть не так харчування в дитячих садочках, а й шкільне харчування. Давайте об'єднаємо дитяче харчування. А як зробити так, щоб не ставати на ті самі граблі? Які уроки ми ще не вивчили? Що треба зробити наразі? Ну і давайте скажемо, і це пролунало в сюжеті, з 22 числа департамент без очільника, департамент освіти. Це якось може вплинути в подальшому на вирішення питання? Наскільки це кадрове питання? Ну, я думаю, що проблема питання – це не нова проблема. І этот единичный или не единичный случай, который мы рассматриваем, это уже как бы на протяжении 5 лет, начиная с 2005 года, с 2015 года нашей каденции, мы занимались плотно инспектированием садиков, школ по качеству питания. Все наши предложения, которые мы озвучивали, как-то рассматривались, но не рассматривались до конца со стороны департамента, а также профильного там заместителя. Мое мнение, я думаю, это мнение всей профильной комиссии, нам необходимо кардинально, если мы хотим внести какие-то изменения, нам надо кардинально пересмотреть систему организации питания как в дошкольных учреждениях, так и в школах. Мы должны сесть для себя и просчитать бюджетную составляющую, можем ли мы реорганизовать и оборудовать нормально пищеблоки, потому что если мы говорим о качестве продуктов, которые, если анализировать школьное питание, то сам поставщик, организатор питания поставляет сам себе продукты и на наших пищеблоках готовит сотрудник организатора питания. Соответственно, мы понимаем, что да, есть брокеражная комиссия, туда могут входить родители, инспектировать, но мы же тоже понимаем, что родители есть функции там зарабатывать деньги, заниматься воспитанием, но не каждый день они будут контролировать качество продуктов. Ну, поэтому так. Необходимо комплексно и системно рассмотреть несколько вариантов по реорганизации самой структуры организации питания.
реорганизацию и инвестирование в пищу блоки рассмотреть. Угу. И, кроме того, необходимо рассматривать меню. Необходимо изменять меню, необходимо идти в ногу со временем, потому что, если проанализировать наши инспекции, когда мы приходили, я помню себя в школе, в садике, на сегодняшний день меню не поменялось, ни, по крайней мере, по внешнему виду, но по качеству, я думаю, что все-таки, к сожалению, на сегодняшний день поставщики вынуждены, не вынуждены, но экономят. Этого нельзя допускать, поэтому здесь не только кадровый вопрос, а вопрос системной проработки и желание что-то изменить. Либо же, если мы ничего не меняем, то мы понимаем, что это просто возможно, кому-то выгодно, потому что большие объемы, большие лоты, там проще затеряться. Така система харчування в Запоріжжі чи це по всій Україні? Є якісь випадки, є якісь успішні кейси, які можна було б взяти? Ну, може не копі-пестінг, тобто не взяти і так само повторити, але принаймні побачити, що є ліпші результати. І до вас, пане Геннадію. Да, лучші результати є. Зараз в Києві є пілотний проєкт по організації питання в школах. В школе города Киева. Об этом детальнее, наверное, Геннадий расскажет. Угу. Он изучал этот вопрос. Далее знаю, что город Днепро тоже сейчас наши пересматривает. Соседи. Да, угу. Наши соседи сейчас пересматривают меню в дошкольных учреждениях. Они работают в этом направлении. Угу. Многие города Украины на сегодняшний день рассматривают возможность видоизменения меню как в школах, так и в дошкольных учреждениях. Я считаю, что Запорожью этот шаг необходим уже давно. Угу. Возможно, нам нужны кардинальные изменения, чтобы закупки проводились не непосредственно департаментом образования, угу. а все-таки, чтобы мы дали автономию дошкольным учреждениям и школам. Такую автономию на сегодняшний день в нашей области имеют интернаты и лицеи. Угу. Они непосредственно сами участвуют в закупках. Вот. Стоимость при этом того или иного лота получается дешевле. Если говядину могут поставлять в интернат на территории Запорожья по 119 гривен, а у нас по результатам тендера говядина в разных районах города, да, 165-169 гривен за килограмм. Угу. Продукт знаете, один и тот же, да, разница получается существенная. Поэтому на сегодняшний день директорам и детских садов, и школ будет легче контролировать и качество привезенных продуктов питания, и поставки своевременные в нужном объеме. Даже при колыхании рыночной стоимости вот, на определенные продукты угу. питания, им легче будет все же работать непосредственно с поставщиком, если торги будут проводиться с детским садом или школой, как на сегодняшний день это делают интернаты. А мы можем сказать, сколько на сегодня платникам податків Запоріжжя коштує харчування в дитячих садочках? Бо ми знаємо, що і батьки платять, і вся громада сплачує за харчування. Скільки це на сьогодні? 60% від стоїмості дневного питання оплачують батьки, і 40% – це городський бюджет. Це мільйони гривень на сьогоднішній день по лотам. На каждый продукт питания миллионы. И то, что закупки делают, проводятся централизованно на тот либо другой лот, каждый лот измеряется миллионами на сегодняшний день. Поэтому, заключая договор с поставщиком тех же овощей и фруктов, особенно в летний период, когда стоимость питания увеличивается за счет сезонных овощей и фруктов, мы должны понимать, что детям нужны эти витамины. Не соки на второй завтрак в 10 часов утра, а именно сезонные овощи фрукты, и фрукты, да, которые повлияют и на здоровье детей, и на иммунитет. Для того, чтобы в этом году все поставки были качественные и в полном объеме, нам нужно проработать этот вопрос раз и навсегда, разработать какие-то механизмы, которые позволят расширить в первую очередь ассортимент. Да, и даже если будет колыхание рыночной стоимости, разработать такой механизм, который все же давал бы непосредственно поставщику возможность поставить тот или иной продукт в детские сады, дабы не пересматривать ни перспективное, ни текущее меню, как мы видели, что детские сады вынуждены были пересматривать, то ли борщ готовить без всех компонентов, то ли заменять борщ на суп. Но клетчатку никто не отменял. Клетчатка нужна организму и детям в том числе. Огурцов на сегодняшний день свежих нет, да, вот с июня месяца по поставкам они должны быть в детские сады. Их нема, идут квашені?
Да, на сегодняшний день это квашеные. Да, капусты нет. Что тогда есть клетчатка для детей, которая необходима организму в полном объеме? Ось тут може виникнути такий аргумент. А ось це подрібнення, коли кожний садочок сам собі буде замовляти, чи не призведе до, з одного боку, може погіршення якості, а з іншого, як контролювати безпеку цих закупівель? Коли централізовані, так ніби більше є можливості це пильнувати. Ну, я считаю, что в этой ситуации ничего не меняется, на самом деле. Все одно садочки цим займаються, все одно вони займаються. Все равно руководители дошкольных, ну, детских садиков, школ, как им это не очень нравится, на самом деле, это может быть не их там функционал на 100%, но все равно они этим вынуждены заниматься, потому что в случае вот таких вот ситуаций, которые выявились, все вопросы как-то ретансируются к ним. Поэтому... Более того, у нас же прошла реформа образования, и мы понимаем, что и государство в целом берет направление на родительское самоуправление. Так мы, мне кажется, должны дать этот инструмент, чтобы родительское самоуправление в том числе этот инструмент и реализовало. Ну, автономизация конечно. И да. Сбившая роль батьки. Достаточно сложно поменять меню, потому что есть определенные процедуры, есть... Санитарно-гигиенические конечно, помоги, которые так. очень тяжело обойти, даже там новое меню внедрить, это достаточно сложный путь, который надо пройти. Поэтому злоупотребления не могут быть что так, но мы отдаем контроль. И уже на месте... преподаватели, директора школ, родители, они уже там могут сами принимать решения, если поставщик не подходит. Да? Сейчас какая процедура проходит? Если привезли некачественную продукцию, руководство школы обращается в ТВО, ТВО в департамент, идет долгая цепочка, решение окончательное о применении каких-то смешных, на самом деле, санкций, хоть нам и рассказывают, что санкции, у нас договора, мы сами понимаем, что имея оборот в миллионы, заплатить штраф там даже в 10 тысяч гривен, а там, по-моему, до такого даже суммы не доходят, это просто смешно. Поэтому первое, это все-таки пересмотреть полностью систему организации, детализировать, уменьшить лоты, может быть, там на несколько садиков. Второе, пересмотреть систему организации питания в школах, чтобы все-таки... разделить поставку продуктов питания и тот, кто готовит из этих продуктов. Потому что сейчас мы все отдали в одно, и мы не понимаем. По большому счету это хорошо, если кто-то пришел, посмотрел, проверил, какая картошка. Но когда картошку уже перемешали в блендере и сварили, мы не понимаем, какая. И никак не проконтролируем. Можем взять только... диверсифицировать, и тогда будет здоровая конкуренция. И тогда у родителей уже будет инструмент управлять этими изменениями. Только в таком формате. Я хочу, щоб ми встигли ще якраз от про цей батьківський контроль, цей інструмент, який можна і треба дати батькам, наскільки є воля батьків це робити, і все-таки і про цей успішний кейс. Спочатку давайте про батьків. Що ви знаєте про цю ситуацію? Бо, наскільки я розумію, є тиск на батьків, батьки в цьому сенсі не є незалежними, і дуже легко, ну, що називається, змусити їх мовчати. Що з цим робити? Да, на сегодняшний день в дошкольных учреждениях, конечно, не во всех, но есть случаи, когда на родителей оказывается давление, происходят манипуляции, когда родители, высказав свое мнение, предложив какую-то альтернативу питанию, которая есть на сегодняшний день, слышат от руководства детских садов, наш сад будут посещать проверки, проверки будут постоянные, скоро у детей выпускной, мы занимаемся тем-то, тем-то и тем-то, нам некогда заниматься выпускным детей и так далее и тому подобное. Да, манипуляции, которые происходят на сегодняшний день, никто не прислушивается, да, к желанию родителей, вот, это, к сожалению, печально. Но если не сами родители, кто поможет детям? Кто на самом деле? Если руководство детских садов, оно чего-то опасается, да? Тех же проверок, которые будут постоянно в дошкольном учреждении, каких-то выговоров и так далее и тому подобное, то своих детей могут защитить только родители. Ведь ребенок проводит в детском саду большую часть дня. И то, что, чем он питается, это на его здоровье в будущем сказывается
на все 100%. Поэтому хотелось бы, чтобы родители не только в Фейсбуке писали в личные сообщения, не только при встрече говорили, а все-таки активные действия какие-то предпринимали. Мы поможем родителям в этом случае. Но нельзя молчать и оставаться где-то в тени. Мы не сможем все сделать без родителей. Ну і тут важливо батькам бути суб'єктом, ну тобто єднатися, гуртуватися і вже звертатися не поодиноко, а ось так спільно, і тоді може, ну тоді значно більший шанс, що це звернення буде почути. І такі випадки є. Якщо брати тенденцію, їх більше є, ну тобто ми можемо говорити, що зростає оця батьківська свідомість, відповідальність і сміливість, скажімо так. Є небольшая тенденція, да, вот немного. Небольшое количество родителей, да, вот пополняют эти ряды активных родителей, которые представляют интересы своих детей. Но на сегодняшний день, я считаю, весь город, да, родители детей, которые ходят в дошкольные учреждения в школе, если бы так представляли интересы своих детей, то у нас бы дети и авокадо ели в детских садах, и цветную капусту, и брокколи, и меню было бы разнообразное, качественное и вкусное. За те самые гроши. За те же самые деньги. Є такі випадки, є підтвердження тому? Ну, тобто є успішні варіанти, давайте, школи, садочки, інші, де їдять брокколі і авокадо? Если взять, сравнить ситуацию организации питания в детских садиках и в школах, то... Запорожье мы зараз говорим. Мы берем просто Запорожье, да. То в садиках намного качественнее, потому что вот этот процесс, он разбит. Готовят непосредственно в детских садах, продукцию принимают. Тут уже вопрос осознанности коллектива и насколько они готовы не принимать некачественную продукцию. Но на самом деле почти так есть в большинстве садиков. В школах проблема, я озвучил, какая в чем заключается. Успешные такие проекты как бы есть конкретно, но не в городе Запорожье. Ну, ми сьогодні дивилися інформацію, за шкіл стосувалося, в Одесі впроваджується. Це як пілотні проекти, це як пробні? Є пілотні проекти. Ми стикнулися, коли у нас був такий спорний питання по відміні питання для 1-3 класу. Ми спілкувалися з представниками активної громадськості батьків, і я тоді слышав від них, що є такий Євгеній Клопотенко, який, в принципі, по всій Україні намагається зараз внедрити пробное меню. Активно сейчас этот процесс проходит в Киеве, но то, о чем мы и говорили, что изменение этого меню, оно достаточно сложно, надо пройти достаточно большой период. Мы общаемся с представителями Евгения, понимаем, как это проходит, и, возможно, мы постараемся это реализовать здесь у нас в городе, но для этого нужна будет поддержка, соответственно, большинства депутатов, возможно, родителей, ну и как бы быть готовым к изменениям. И здесь очень важный момент. Очень много зависит от готовности людей, которые руководят процессом, независимо, там, это сейчас мы говорим про питание, либо про что-то другое, нести эти изменения. Потому что та система, которая есть, она удобная, она большая, она удобна для того, чтобы спрятать какие-то ошибки. Но мы же должны что-то менять, мы же к чему-то стремимся, да, и хотим, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. Поэтому есть очень много инструментов. Есть сайт, на сегодняшний день можно разработать формы, по которым анонимное пусть будет анкетирование, по которым родители могут там, раз в неделю отправлять эту информацию. Но вопрос в том, чтобы, понятно, сейчас могут сказать люди, хорошо там сидеть, говорить, почему вы это не делаете. Для того, чтобы это делать, необходима воля политическая, необходима принятие решений людей, которыми руководят этим процессом. Они должны услышать депутатов и что-то захотеть менять, а не говорить, что вот это надумано, либо ситуация не так, как озвучивают, переводить это, скажем так, в слова. В слова для бездеяльности. Да, инструментов на сегодняшний день сделать этот процесс достаточно много. Это тяжело, это не будет быстро, это встретит критику со всех сторон. Но если вы уже пошли туда, то, уважаемые, берите на себя ответственность и делайте это. И подключайте к этому і депутатів, і общественності, а не прячуться. Політична воля і тиск знизу – це має співпасти для того, щоб пришвидшити процес. Каденція цієї міської ради завершується цього року. Давайте оптимістичний, песимістичний, реалістичний прогноз.
пані Олена. Чи зможемо ми змінити цю ситуацію? На сьогоднішній день, от у мене в руках є рішення Комітету з питань науки і освіти, да, Верховна Рада України, о том, що пропонується звернути увагу на дитяче харчування як у дошкільних закладах, так і у школах міста. Здорове харчування є запорукою активного довголіття, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів довкілля, забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, є ключовою умовою прогресу та якості життя. От тобто на сьогоднішній... політична воля вища є? Так, є. Є рекомендації Міністерства освіти і науки України, є рекомендації Верховній Раді України, Кабінету міністрів України, місцевим органам державної влади. Є рекомендації, якщо ми у цей бік будемо йти, все можливо за декілька місяців нам повернути у той бік, у напрямку, і 10 якого секунд, ми дивимося. Пане Геннадію, оптимістичний, песимістичний? Ну, каденція, я надіюсь, закінчиться все-таки в следующем году, тому время є. І я точно розумію, що у мера є на сьогоднішній день. І було таке бажання все-таки цей питання підняти і змінити. І здесь би я немножко, може бути, внес ремарку таку, що не давлення знизу, а іменно допомога, підтримка і комунікація, тому що якщо ми будемо друг на друга давити, це ні к чому не приведе. Отже, синергія. Синергія, комунікація, да. І синергія. Чекаємо вас в продовження цієї теми і в вирішенні цього питання на користь всіх, бо це гроші платників податків, це гроші Запорізької громади і це здоров'я дітей Запоріжжя. Спасибі вам, Олена Галкіна, Геннадій Наумов і сурдопереклад Ганна Кириченка і всі глядачі і слухачі Суспільного. Хай щастить.